крутые технологии проникают и в видеонаблюдение. Здесь мы видим пример программного обеспечения, которое с помощью обычных видеокамер может строить 3D-треки, то есть сказать, где конкретно на территории предметы, транспортное средство или люди находятся в данный момент. Недостатком данной технологии является то, что конкретно указать, какой объект, она еще пока не может. Если в поле зрения несколько объектов, то будет просто известно их местоположение как точки, но треки она их не построит. В качестве интересного применения можно назвать то, что информация передается от камеры к камере, и предугадывая направление движения объекта, можно выводить нужную камеру на экран заранее, автоматически.